Krishna, Krishna, Hare Hare.
Харе Кришна, 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 Хари Хари, Харе Рама, Хари Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Харе Кришна Рама, хороший вопрос, очень спасибо. Харе Кришна и Рама – это три имени Бога. Имя Бога произносится во всех языках одинаково. Николай Петрович Парамонов, в Испании тоже будет Николай Петрович Парамонов, и никак иначе. И мы поем имена Бога. И от этого все вы счастливы. Мы это делаем уже пятый час подряд. И пели бы, и пели, но у всех дела, мы же в этих телах находимся. А тело нужно кормить, его нужно водить на работу. Но я вас всех поздравляю. Всех, кто сейчас находится на этом месте, хотите секрет узнать? Надо остановиться. Люди проходят мимо своего счастья. Им говоришь, сейчас вам откроется самый большой секрет в жизни. В вашей жизни и не только в этой жизни. А во всех бесчисленных жизнях, которые вы прожили до этого, или кто-то думает, что он один раз живет, есть такие смельчаки, есть такие смелые. Поздравляю вас. Поздравляю. Вам надо открыть интернет и немножко покопаться, посмотреть, почитать. Реинкарнация, где доказано уже все. Или лучше всего открыть литературу ведическую, где об этом все написано. Ведь когда вы покупаете в магазине новую бытовую технику, вы же не включаете, не втыкаете, не начинаете вот так вот кнопки. Нет, есть инструкция. Чтобы не сломать дорогую вещь, мы читаем инструкцию, как оно работает. Но правда, в основном люди не читают. В основном они не читают, в итоге они пользуются только 5% функций,
как я на телефоне. И в итоге ломают это все. Так вот и люди живут. Когда человек рождается, ему дается инструкция. Она называется «Священное Писание», где Бог рассказывает, как нужно жить правильно. И тогда там написано, что я не являюсь этим телом, а являюсь вечной живой душой. Представляете, всегда мы живем, всегда. Вот это все исчезнет, через 100 лет ни одного здания здесь не будет, ни одного. Все это будет другое. А мы будем существовать вечно, меняя одно за другим тела. Так вот, кто сейчас вот здесь остался и слушал, как преданные Бога его славят, потому что главная задача живого существа – это прославлять Бога. Как гласит самая известная молитва нашей традиции местной здесь? Кто знает? Кто знает? Самая главная молитва православная? Нет. Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое. Светится – значит прославляется. Так вот, кто сейчас прославлял имя Бога, но те, кто его слушал, слушал тех, кто прославляет, и вы услышали имя Кришна, я вас всех поздравляю, дорогие жители Екатеринбурга, вы все вернетесь домой к Богу. Именно поэтому мы и выходим. Ну, потому что, во-первых, нам весело, и дома скучно, и собраться вот такой большой компанией и покричать, соседи скажут, возразят. Соседи скажут, мы хотим спать. Вызовут кого-нибудь. А здесь, на улице, где тут арт-площадка, где все поют, мы приходим для того, чтобы рассказать вам, чтобы вы услышали имя Кришна. И таким образом вы все вернетесь к Богу. Даже если вы не знаете, что это такое, не верите в это совсем, не понимаете вообще, что я говорю, это уже не имеет значения. Оно попало в ваши уши, это слово имя Кришна. И теперь осталось только немного жизней. Может быть, с этой получится, если сразу торкнет сердце. Если не торкнет, значит, следующий. Но так или иначе, одна, две, три жизни, не так много всего-то. Этот мир создан для того, чтобы мы научились, что это не наш дом. Это вокзал. На вокзале никто не устраивает, не отделывает себе комнату, не живет там, не заводит там семью. На вокзале билет купил, уехал. Земля – этот вокзал. Мы сюда приезжаем, нарабатываем какую-то карму, нарабатываем своими поступками, и потом нас отправляют либо куда-нибудь туда, либо куда-нибудь туда. И для того, чтобы наша жизнь была в будущем хорошей, успешной, радостной, веселой, вот такой вот, да? Только не надо на работу в понедельник. И тело не хочет, тело не надо, не обязательно кормить. Оно там постоянно сытое. Есть духовный мир, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня, говорится. И там все поют счастливые, радостные, прославляют Бога. И там все чудеса и богатства и красоты этого мира – это только лишь искра, только капля того великолепия, которое находится в духовном мире. И вот мы туда собираемся. А поем мы эту Харе Кришна мантру, и когда мы ее начали петь, мы отказались от всех дурных привычек, само собой. Люди тратят огромные усилия, чтобы бросить пить, курить, материться, там прочие глупости совершать. Но стоит только начать петь Харе Кришна мантру, и все эти глупости сами собой улетучиваются. Никто здесь не употребляет никаких интоксикаций. Даже, представляете, даже мясо никто не ест, представляете, никто. Ничего, не худые, нормальные ребята. Под 10, 15, 20 лет мясо не едим. Вот все хорошо. Потому что ведическая кулинария самая-самая разнообразная, самая вкусная. Стоит только попробовать. А как попробовать? Это значит, надо прийти к нам на праздник и покушать бесплатно 10 блюд, которые приготовлены и с любовью предложены Богу. И вот после этого вся ваша жизнь изменится. И ближайший такой праздник будет когда? Правильно, 19 августа. А как узнать, где? Еще же неизвестно. Еще пока неизвестно. А чтобы узнать, где? А это квест. А вам нужно прийти в следующую субботу сюда, и мы будем снова петь здесь 1:30. И вы узнаете, где будет праздник,
и где вас бесплатно накормят 10 блюдами, и вы с тех пор уже необратимо станете счастливыми людьми. А мы с вами прощаемся до следующей пятницы, вечер, 18 часов здесь же. До новых встреч, оставайтесь на нашей волне. Харе Кришна, будьте счастливы. Спасибо.